Розика, киборг, киборг. 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 Абдурозик, киборг. Абдурозик, мега хищникай. Спасибо! Спасибо! Это что за бизнесмен маленький, дядя? Эй, его показывай, барон, барон, тут 20 тысяч зрителей. Как это, лепрекон же из... Давай. Габзай. А, чего? Писа, зарудан галси, я хотел. Абду. Да. Бабки есть, бабки есть. Чего, да? Бабки есть. Бабки есть. Ты что, это слово не знаешь, бабки? Да, да. Много, много, баба, много, много. Ошалит. Сумка больше, чем ты, Абдурозик. Там сколько денег? Там прилично, там приличная сумма, Марит, я знаю. Да? Да, я знаю. Марит, я знаю, это лучше, чем все остальные. Все, ты где находишься, Абдурозик, мы выезжаем? Таджикистан, брат. Он, по-моему, на свадьбу. Смотри, как фоткаются с ним, смотри, как фоткаются с ним. Давай, давай, бегаем, бегаем, бегаем. Брат, сделай Абдурозику футболку, очередь. Я это в ресторан, да? Крутой ресторан Таджикистана. Да, да, брат, да, брат. Когда деньги есть, рестораны тоже. Эй, Асап, когда вы вот в Калмыкии были, там тоже был крутой ресторан. Ты там очень понравился, да? Не, я там волосы нашел, бля. Фу. Пошли, Абду. Вот сейчас, сейчас он сфотографируется. Сейчас он на работе, брат. Давай, давай. Прикинь там, сколько... Эй, прикинь, да, как его знают там. Давай, Будру, Будру. Смотри, да, он как король идет, жесть. Отвечай, король. Конор Макгрегор, Конор Макгрегор, отвечай, нет? Да, да. Он говорит, с девушками не фоткаюсь. Базару нож, зверь. Хайми, кто не фоткается с девушками? Он не фоткается, он общается, да, с ними? Да, да, да. Прикинь, да, как, чисто. Он как король. Пес фоткается, да? Вау, а что такое? Сейчас, 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 поселим. Смотри. Ему уже, брат, в этом ресторане пора отдельный диван делать. Да, да, да. Абду, что будешь заказывать? Абду, что заказывай книга? Ана, хочешь обменять? Посмотрю на меню. Копейка есть, позволяет, брат. Копейка гуляет, да, Абдурозика. Саба, гуляет, кабин. Ма, шумара ганда йоткаду. Асаб, он говорит, я по вам безумно скучал. Абдурозик, я по тебе тоже скучаю, я скоро приеду. Иншалла. Мы говорим, мимо, бакари, мимо. Иншалла, иншалла. Иншалла, надо в Дубай поехать. Дубай, мили, мига. Дубай лучше будет, Дубай поедем, иншалла. Иншалла, наси. Дубай, мили. Наси на здоровье. Мере, мама, каса. Пойдем, мили. А что, вот так вот. Пойдем, пойдем. А? Ты их не бой в Дубае хочешь на UFC сделать или что? Брат, Дана Уайт у меня покупает бой. Все, отлично. Марин, Таджикистан я изму. Приехать в Таджикистан? Да, да, да. Да, да, да. Я приеду обязательно, брат. Ты ждешь меня? Брат, тебя... Таджикистан классно угостим. Все, иншалла, будут. Иншалла. Так, а у них бой где, в Дубае ты хочешь сделать? Да, брат, в Дубае. На Бойцовском острове, брат. Да, да, да. Бойцовский остров, UFC. Я слышал, под них клетку тоже делают отдельно, да? Да, вот брат, там... метод на метод. Не, а так, честно... Хасбик мне нужен, мне Хасбик нужен. UFC этот бой купит, честно сказать. Дана мне уже писал, Дана Уайт писал, предлагал миллион долларов. Хасбик говорит, боится, он не заходит. Эй, Хасбик на свадьбе, эй, пацаны. А, все, зашел, вот же. Ой-ой-ой. Вот сейчас подойдите, вот сейчас Хасбик вам покажет. Теперь все, пацаны, уши закрываем. Салам алейкум. Валикум ассалам. Хасбик, как ты? Нормально сейчас? Нормально, себе алло. Хасби, Хасби,
Хазбек. На когда почувствовал? Хазбек, за тебя газую, пока здесь нету, Абдурозик на тебя газую. Это персидский, да, бесконечный, который на него гасит. Он боится, брат, меня. Хазбик, Мариф сказал, что он болеет за Абдурозика. Мариф, кто сказал? Нет, Мариф. Он не сказал. Харби, бачи, да. За него персидский, да, болеет. Хазбик, братишка. Хазбик. Ассаламу алейкум. Абдурозик говорит, что тебе на диету пора, брат. Кайфуем им. После боя можно кайфовать. Эй, пацаны, а вы знаете, что мы очень много зрителей собрали? Да. Хасбулат, тебя, наверное, каждый второй уже вопросы задает, да, когда бой? Да, папика. Я там смотрю. Андрей. Кайда Джикистана бьёй. Давай, когда бьёшь Таджикистан? Миша, скоро. Давай. А, Хасбула, мы с тобой... Хасбула! Мы в Дубай должны поехать, в Дубай. Мы с Хасбиком в Дубай полетим. Хасбик, ты готовишься, брат, на этот бой? Я случайно, я на шоке шутка. Подожди, подожди. Короче, друзья, Хасбулы аккаунт заблокировали. Это его новый аккаунт Хушетский. Подпишитесь на него, пожалуйста. Вот Хушетский аккаунт, на него подписывайтесь. Азбик, реклама заблокирована. Да не за что, не за что. Азбик, Абдурозик говорит, что прорекламировать тебя. Давай, давай, газ. Окей, брат. Окей, окей, брат. Давай, окей, салам алейкум. Окей, брат. Алейкум ассалам, Хасбулы. Что, теперь тебе придется рекламу сделать. А? Да, теперь по-любому рекламу надо сделать. Дело в этом не проблема, говорит. А ты для него за сколько сделаешь, как своему? Бесплатно. Мега шанс на микрофон. Если говорить, если ты захочешь, я тоже рекламирую. Бесплатно. Не, нормально все, брат. Да, короче, друзья, опять же, кто не смотрел пресс-конференцию Хасбула Абдурозика, пресс-конференция уже на YouTube-канале, переходите, это смотрите. Что за бомб? Остап, скажи, сколько просмотров наберет? Я вот сейчас поспорил с человеком. Я говорю, больше 10 будет. Я говорю, 7-8 миллионов просмотров наберет. Я думаю, 10 будет. Мне сейчас написали, что ролик набрал 1,1 миллион просмотров. Ну, я же тебе говорю, 10 будет. За два часа ролик набрал 1,1 миллион просмотров, ребят. Это просто уровень, чтобы вы понимали, это уровень. Черт возьми, ты хорош, брат. Абдурозик Хасби хорош. Дело не мне, не во мне. Ну, ты нашел и Барон, как ты думаешь, сколько ролик наберет? Это, я думаю, что вот 10 миллионов наберет, брат. 100%. Базар, это документ, ребята. А Абду тоже говорит 10 миллионов. Ну, вторая часть, не знаю, вторая часть может поменьше. А это что, блокбастер, что ли? Там сколько часов? А давай, слово Роя, Олег. Подобрый, не ясно, Инстаграм. Брат, у тебя не обновлен, говорю, да, Инстаграм не обновлен у тебя. Вот такая история. Короче, давайте. Там я видел, что Моргенштерн тоже там в тренды хочет попасть. Там у него очень хорошие просмотры. Нам нужно Моргенштерна обогнать, чтобы он в топе не был на первом месте, ребят. Давайте максимальное количество лайков, максимальное количество репостов, чтобы мы были на первом месте, а чтобы все остальные другие акции не были внизу. Вот так. Абдурозик, Моргенштерн выскочишь. Моргенштейн. Говорит, иншалла любого обойдет. А с этим Моргенштейном он выскочит на бой или нет? Не, на песеньках, на песеньках. Да, кто с кем, да. Бабки.
А, это Абдурозик. Асхаб, здесь это Дана Уайт зашел, просит, чтобы присоединился. Да, Марин, Марин. А. Эти с гор спустились на трендах в Ютубе, понял? О, Перс пришел. А, нет, это не Перс. Не, Перса нету, брат. Я вчера заказал персидские фисташки, брат. Серьезно заказал? А зачем ты заказываешь? Я его крыша. Здесь в Москве крышую его точки. Ты меня попросил, когда я тебя отправил, конечно. О, я буду знать, я тебе наберу. Ну, если что, я тебя отправлю. Абдурозик, ты видел фисташки, которые делает персидский дагестанец? Видел ли? Персидский дагестанец реклама. Да, да. Как ты кушал? Марик, хурдун. Махурдун, зурбда. Я пробовал, отличный. Че ты врешь, ты не пробовал? Я думал, ведь ты нахур дай. Хурдун бахду. Клянусь Аллахом, кушал. Базара нет, базара нет. Он даже их рекламировал, брат. Серьезно, что ли? Да.